говорит, что мир принадлежит молодым, и этому нужно соответствовать. На этой волне люди старшего поколения чувствуют себя неуютно. Они, построившие дом, посадившие дерево и ни одно, и вырастившие своих детей, вдруг стали недостойными полноценной жизни и счастья. Но я вас уверяю, это совсем не так. Нам жить, не тужить, да по совести жить, чтоб люди нас потом вспомнили добром. Ни пасти, ни вода, вода. Дают ему приказ. Чуть свет ко двору,
явиться поутру. Це свідуте сморчок, башка з кулачок, а зловності в його агроматно я б'ю. Ой, у Федота от страха намокла рубаха, в лясках застучала, в пузі загурчала. Ой. Ну, тут, как говорится, и сказки начало. Английский посол. А у нас дом закуски, пол горбушки да масол. Снаряжайся, братец, в путь, да съестного нам добудь. Глухаря или куропатку, ну, а лишь кого-нибудь. Не смогешь, кого винить, я должен тебе казнить. Государственное дело, ты улавливаешь нить? Федот. Ну, не ж ты я, да не пойму, при моем-то при уму. Чай не лапти уши хлебаю, соображаю, что к чему. Получается, на мне вся политика в стране. Я добуду куропатку, беспременно быть в войне. Чтобы английский посол с голодухи не был зол, головы не пожалею, обеспечу разносол. Ну, слово царя тверже сухаря. Пошлет на медведя, Панюша на медведя. А куда деваться? Надо б нам, Федя. А во дворце за столом уж царь с послом. А рядом-то, глянь-ка, царевна, да нянька. И все ждут от Феди обешенной снеги. Какая ж беседа без сытного обеда? А на столе пусто? Морковь да капуста, укроп да петрушка. Вот и вся пятушка. Гость скучает, ботфортою качает, дырки на скатерти изучает. Царь серчает, не замечает, как Федьку по матери величает. Друг, как с неба, край хлеба, и крыбодейка, тушеная индейка, стерляжья уха, телячья потроха. И вот иен такая вот пиши, название аж да тыши. Ох, ну а при иен такой-то с неба, да как не быть беседе. Царь, вызывает интерес ваш технический прогресс. Ох, и дожила бабуся в доме собственном крадуся. Не скрипели б половицы, деду что-то плохо спится. Тут вот самый раз Томарке и светло мне, и не жарко, и в глаза не светит деду. Воспитала привереду. Мне привез на дысе внук настоящий ноутбук. Гляньте, фирму видно всем. Вот ХП, но Windows все. Почитала на коробке, подписала себе кнопки, и покуда спит мой дед, оплатила интернет. Глянь, она уже на вахте. Залогинулась в контакте. Все шифруется, все в тайне. День и ночь сидит в онлайне. Суп не сварен, пол не мыт. Где ей в соцсетях сидит? Кофта в перьях, щеки в луке. Вся залипла в ноутбуке. Кот закатил все паласы. Бабка выставляет классы. Только встал, уже начал. Забубнил, заверещал. Голова аж закружилась.
Ты небось и не ложилась? Не пролайканы ж коллеги, не проставлены хэштеги, не прочитан бьюти-блог. Девок на собаке блог, вся у нее по графику. Ох, хватило в трафику. Фотки, фотки, бьет видосы, отвечает на вопросы. Правой мне стирает майки, левой выставляет лайки. А еще сейчас входит в моду, все показывает народу. Что ты ела на обед? Сколько платится за свет? Что растет на огороде? Сколько шпрот на бутерброде? Сколько весишь килограмм? Все заносишь в инстаграм. Ась, конечно, я 100 грамм. Нарядка прям приду. Кошек фоткает, еду. Морду свою спрыщенную показать подписчикам. Гля, какие масики. Нате, нате, как классики. Ой, какие душечки. Вот вам, вот лайкушечки. Батюшки, видали дуру? Не ломай клавиатуру. Разнесешь компьютер в клочки, он дороже моей почки. Да, не стойте над душой. Поучи меня еще. Я про кнопки и про мышки знаю все, не понаслышке. Вот, освоила Excel. Говоришь, найдешь, свалила мне кисель. Я вовсю строчила в Word'е. Что? Жрать хочу, написано на Word'е. Я сама пишу в Директ. Представляешь, интеллект? А, сварила мне кисель, кот нажарила котлет. Кто тебе все темный лес? Аж на глаз на лоб полез. Ох, брюхо пучит, дай мне углю. Погоди, дед, сейчас загуглю. Хочешь, к доктору вдвоем сходим на онлайн-прием? Что не сбрятила старуха, как в онлайне щупать брюхо? Чем он тыкать будет вам, фонаря светить попал? Дед, ну, коль ума палата, вот побегай вокруг хаты, 3-4 разика, может, спустишь газики. Я поди не дурью маюсь, час на форуме ругаюсь, одной курице пишу, я такой раздула шум. Баб, подержи ту барану, разнеси эту барану. Ты, дед, тоже не тупи, выпиши ей IP. Я писал последний раз, как кончал 4-й класс. Эта курица напрасна, с моей бабкой не согласна. Если бабка моя спорит, ей по щиколотку море и по пояс в Гималайи. Да, я кого хош облаю. Я не раз уж наблюдал, там, где бабка, там скандал. Там грозят больницею и звонят в полицию. Только ты не корчи мину, не понравишься Адамину, попомрет, как только глянет, и к чертям тебя забанит. Ой, а мне тут дед Макарий накорякал комментарий, мол, на фото я прелестно. Я не ожидала, честно. Почитай, не прелесть разве? Эй,
брехун, ишь, подхалим, не водись больше с ним. Страсть какая, губы уткой, в розовой помаде жутко. Из-за щек не видно глаз, грудь направо, влево таз. Не хочу тебя обидеть, но он явно плохо видит. Дед, ты что ли лазил в твиттер? Где? Чего? Да я все выйдет. У тебя вот глаз алмаз. Лазил? Ну, твитнул пару раз. А чего, зависло что-то? Да пропали все скриншоты. Ох, неси мне анальгин. Может, неправильный логин, а нажал на капслок. Тоже валит кутело. Поперек вожу и вдоль. Пишут, что не тот пароль. Вся бесюсь, какая ж дурь. Может, от магнитных бурь, от природных аномалий, а либо тебя взломали? Как взломали? Очень просто. Не читать мне больше постов. И не видеть больше сраму на просторах Инстаграму. Ты ведь помнишь при советах? Не сидели в интернетах. Ох, не сидели, это точно. Все контакты только очно. Может, теперь я баба Тома наконец займется домом? Внуку скажем про ЧП. Пусть не увозит свой ХП. Чувака, да мои натуры, чтобы водочки пил, да табак не нюхал, чужих баб бы не любил, все в меня кто слухал. О, когда бы меня мог вечера дождать, я побегала до Кумы новости узнать. Прибегаю до Кумы, встала перед оконце, глядь, хозяин не сидит, я красное солнце. Кумачарку подрое и куриную улитку. Тут я бабы не стерпела и разбилась. Ой, прибегла я домой, сразу заболела. Обманула полотенце, голову одела. Вот приходит мой хозяин, я лежал в болоте. Я спросила, а где ты был? Был я на работе. И меня спросил хозяин, давно ли заболела? Я сказала, да вчера, как шибко зазвенела. Ой, когда бы меня Бог утречка дождать, я побегала до Кумы новости узнать. Прибегаю до Кумы, Кума не умыта. Что скажи в тебе, Кума, шибочка разбита. А есть у мани курка, курка шепотлива, она в хату залетела, шибочку разбила. Ой, как будешь ты, Кума, Кума привечати, часто будет к тебе в хату курка залетать. Здорово жить на пенсии, ну вот просто замечательно. Куда хочешь, идешь, то на сексу, то в фитнес. Я про поликлиники вообще забыла после пенсии. Разве ты? Ой, о, Светик. Алексеевна. Привет. Ну, привет. Давно тебя не видела. Как ты поживаешь? Отлично. Вот Стасика слушаю. Как здоровье-то у тебя? Сидят. Ни заботы, ни работы. Привет, ой, девчонки. Ой, привет, Егоровна. Что ты опять такая запыхавшая? Отдай. Устала я. Как собака. Утром встала. У нас тряпала пока. Перестиралась.
Настя, 10 часов в поликлинику сносилась. Сейчас тут с магазином, как белка в колесе. 7-й десяток не за горами. Когда же это все кончится, девочка? Егоровна, да никогда не закончится. А если закончится, значит, ты померла. Вот закончится тогда, когда перестанешь пироги печь и трескать их, и по поликлиникам бегать. Вот лучше бы занялась йогой, например, аэробикой. Господи, Светуля, ты как меня представляешь? В обтяжку розовенькие шортики, маечка с зайчиками. Да ко мне еще соседка зайдет, я и скорую буду вызывать. Ой, Егоровна, да ты возьми и соседку приобщи. Вместе-то аэробикой веселее будет. Нет уж. Ой, девчонки, я самая надо. Что забыла вам сказать, что? Ну я же в поликлинику-то ходила. Заморотерапевт. Да ты чё? Да. Молодой, подающий надежды. Такой юморной. Я же чуть не захохотала. Ой, интересно как. Расскажи. Вот. Подожди. Я тоже к нему схожу завтра. На прием покажу свою аритмию. Да ты что, Лина моя? Ты если туда пойдешь, тебя оттуда танком-то не вытащишь. У меня до сих пор бабочки в организме, вон они как порхают. Пришла я, дождалась своей очереди. Зашла, переминаюсь, а он мне говорит: чего боитесь? Проходите, раздевайтесь, ложитесь на кушеточку. А старый-то никогда не прикладывал нас на кушеточке, сразу всю щупал. Ой, да потому и не укладывал, что старый был, а? А вот если вспомнить молодость, ой, как-то я пришла к нему на прием, снимаю блузочку, ну, чтобы аритмию послушал. А вот так перчатку снимает и... Ой, все, понесло тебе, Алексеевна. Ой, все, не мешай. Говори, Егоровна, как он там? Ну ладно. Зовут нового терапевта Артур Эдуардович. Ну, в общем, Артурчик. Худенький такой, высокий, глазки буравчиками, в очечках. Он на меня как взглянул, как будто рентгеном меня прошел. Я аж испугалась. Ой, а что тебе пугаться-то? Чего ты в этой жизни не видела, а? Испугалась она. А ручонки-то у него нежные, но холодные, как у лягушки. А как достал свою стекляшечку и начал мне так: дышите, не дышите, я так заору! Ой, я не пойму, а чего орала-то? Вот с этого места поподробнее. Чего орала? А, да. Так орала прямо? Чуть не совратилась я. Ты что, Егорова? Вообще смехота-то не только. Ну и что же он тебе присоветовал-то, а? Сейчас, девчонки, сейчас, обождите. Ой, давай читай, не томи. Основная задача — повысить пенсию пенсионерам, чтобы, выходя на заслуженный отдых, были возможности, финансовые возможности, нормально отдыхать.
путешествовать, заботиться о своих внуках. Я уже на эту прибавку где только не бывала. Ой, в Крыму была, на Дубае была, а Турцию уж два раза летала. Да я на эту прибавку помогла уже сыну ипотеку закрыть. Ой, девочки мои, бабоньки вы милые, а сейчас нам дали аж 10 тысяч. Может, мы махнем с вами в кругосветку, например? Так, девчонки, побегу я сейчас домой, пойду по интернету, нам путевочки-то закажу. Хорошо. Собираем быстренько чемоданы и в путь на Мальдивы, море, песочек. Ну и как советовал доктор, все в режиме нон-стоп. Все, собираем, девочки, чемоданы. Ой, девочки, бабоньки, на пенсии-то нам надо жить с размахом. Да на широкую ногу! Вот так-то! А вот и бумага на сумочку!
Горька, наперед, кума учти, больше цафру плоди.
фор, и за мною долго нет. Ну, раз так, вот мой ответ. Сковородку не прощу. Постучишься, не пущу. В лоб тету сковороду, и сама я не приду. Вечером с тобой обвечался он с кумой. Мне кума дала намек погулять в упорёк. Ах, кума ты, кумушка, названная думушка, до чего же велика, как недолго до греха. Ах, кума ты, кумушка, названная думушка, до чего же велика, как недолго до греха. Приходи, был вечерком, попануй цветником. Ах, кума ты, кумушка, озорная кумушка, до чего же велика, как недолго до греха. Ах, кума ты, кумушка, озорная кумушка, до чего же велика, как недолго до греха. Я держу тебя